Зафиксировал заготовку в тисках. Так вроде бы попроще. Рук не чувствую нахрен. Но назад дороги нет. Самое тяжелое, в принципе, уже позади. Раковины удалены. Наждачка сотка. Тысячная. Вы даже не представляете, как это меня уже достало. Это просто какой-то ужас. Но уже спортивная злость взяла. Тем более, что уже, в принципе, заканчиваем. Полторы, хай ему скотобазы говна кусок. Хватит. Пойдем полировать. И напоследок еще вот такой полировалочкой пройдемся. А вот такой красавчик. Конечно, есть небольшие грехи, но я уже просто был не в состоянии их выводить. Я думаю, этого вполне достаточно. Цель выполнена. Итак, сколько же времени заняла полировка сего прямоугольника? Размеры, дабы быть точным, 11 на 10. Ушло времени 5 часов из жизни. Полчаса где-то я курил, приходил в себя. Руки просто отваливаются. Ну ничего, но без крепатуры нет мускулатуры. Это всем известно. Для чего? А самое главное, нахрена? Во-первых, честно признаться, наспор. А во-вторых, просто интересно стало. В-третьих, испытал свое терпение. Я теперь 10-й левел по полировке. А в-четвертых, для следующего видео это заготовка. Что это будет такое, скоро узнаете. Жму руку. Пока.